Привет! Очередной обзор камеры для видеоблогинга. Это Sony Action Cam AZ1. И вот сейчас это видео без монтажа, как есть. То есть можно оценить и видео, и звук. Причем рядом дорога, очень много шума. Вот владелец камеры. И чем хороша Sony Action камера для блогинга? Тем, что микрофоны находятся спереди, в отличие от GoPro-шки, у которой микрофоны находятся по бокам. И если без селфи-палки, то вы можете рискнуть тем, что вы закрываете эти микрофоны по случайности. И тем более, что они хуже ловят голос. Звук вообще людей, которые перед камерой что-то говорят. Это же логично, микрофоны в сторону. Ну, как и у телефона, все плохо. А здесь два стереомикрофона направлены вперед, под объективом. И в этом есть удобство, да? Да. Скажи парочку слов для того, чтобы протестировать микрофоны. Стерео, значит, поворачиваете камеру, и звук переходит с одной стороны на другую. Очень удобно и приятно для прослушивания. Я уже проверял этот момент. Это такой лайфхак, да? Да, лайфхак такой очень хороший. Или когда вы голову поворачиваете, или поворачиваете камеру в сторону. Ну, а как тебе стабилизация? Это тут же чисто цифровая стабилизация, здесь нету оптической. Стабилизация в темноте мне очень не нравится. И шум, который на матрице, очень не нравится в темноте. На свету, в принципе, более-менее, так скажем. Намного лучше, если чем... Если сравнить эту камеру с телефоном, телефон... в чем преимущества и недостатки? Китайфон, да, $200, в 2014 году купленный. TCL W8. TCL. Здесь более сочная картинка получается сама по себе. Фотография лучше, как по мне, получается. Но меньше угол обзора. Но меньше угол обзора за счет того, что угол обзора меньше, страдает именно, ну, чуть-чуть не в ту сторону, и уже все. И уже снято. А здесь 270 градусов, и это получается просто шикарно. И еще микрофоны так устроены, что вот это расстояние руки вытянутой, оно именно самое идеальное. Если ближе подносить, оно уже хуже. Дальше оно уже тише. То есть они настроены именно на это расстояние. Для видеоблогинга очень хорошо. Наверное, современные камеры, вот эти 8К, которые... А еще ветер сильно влияет, так что надо поворачиваться спиной к ветру, чтобы, то есть лицом к ветру, чтобы эти микрофоны не задувало. Что же это за 8К камеры? Ну вот эти современные, там еще много-много, или 4К, для 4К, да, 4, я извиняюсь. У Sony? 4K, да, у Sony, Sony, да. 4К. Линейка, да. Ну и оговорился. И хорошо еще тем, там, наверное, более мощные микрофоны стоят. Ну и, естественно, оптическая стабилизация плюс электронная, наверное, еще лучше выглядит. Так, все-таки лучше вот так к свету немножко. Ну и здесь нету такого зума, фонового зума, который сильно раздражал в телефоне. Да? Ну, в телефоне картинка более-менее, но это если использовать какой-то другой источник звука. Какой-то рекордер. Да, а здесь, в принципе, ничего не надо. Шум на микрофоне. Здесь почти. А эта камера как нет. Диктофон может работать? Нет. Здесь только видеозапись. А вот та Сергея могла работать. Но звук такой хреновый. То же самое, что функция есть, а толку да, ноль. Да, толку никакого. Да. Так, пишет. Еще тут плохо, что если лучше бы кнопочка была спереди, потому что или лампочка, чтобы светилась, потому что не видно, что она красная сверху. Uh-huh. Или надо включать, смотреть сверху вот так, под таким углом, а потом отводить в сторону. А так было бы видно. Ну и плюс, если не в руках, а на селфи-палке, то картинка чуть-чуть лучше все-таки. В руках она как-то да, руки больше трусится. И телефон обычно сразу в руках. А камера нормально, даже селфи-палкой мало места занимает. Да, в сумочку складываю. Пока. Артем Селезнев, Арсений Селезнев для обзор камеры. Пока.